Oh, bu arada Laran. Так, ну, тактику я не вижу смысла рассказывать. В смысле, Только то, надо? что... Нет, что здесь были. Единственное, что я хотел сказать. Основные наши вчерашние ошибки. Теперь по сейвам. Сейчас, во-первых, Коля зайдет. На первую притяжку будет сейв от Сацуны. Масса икра и... Не на притяжку, на глыбы. Масса икра и лед. На вторую притяжку от Вакати. На глыбы, точнее, Вакати и Ваня мастер-аур, точнее, на лед. Далее. Вы так меняетесь. Одна Сацуна, вторая Вакати плюс Ваня. Далее, потом под каждую выносенную в трусы метку будем тоже отдавать сейв. Воец зубы тоже скажу, ребят, отдать. По той же схеме будем работать, чтобы все в трусах метки обязательно выживали. А то у нас вчерашняя ошибка была, то, что человек не выживал. К факту мы бы вчера убили. Так, все, берите. Кому сопроты там? Всем супругам. Дайте обмен. А СПД ДЦ надо, нет? Или сопрот? И на СПД воет, если, только если будешь аккуратно играть, ты и на СПД. Если будешь аккуратно играть, еще раз. То есть, если неаккуратно, то лучше топорот выйти. Это будет для тебя смерть сразу. Ну что, парни, срыв огромен, у нас 300, да? Да? Кого срыв Знаете, шкаф. Как хорошо, срывал, что мне это не грозит, да? Тогда. Мне вообще похуй. Блять, у меня получение сведений. Просто сомните Колю. Будем начинать сейчас, блядь. Ну, где все совы? А СПД у кого, блядь? А, подожди, у нас ни совы, ни ХП получается, не, да? Сейчас, или есть ХП один? Наемный, наверное, есть. Так. Не, чтобы было меткость. Блин, надо перезайти. Дайте кто-нибудь Коля сопрот. Да, не, если ты здесь, так чего у нас босса что-то надо? Ебать, ФДК, иди ты нахуй. Что у тебя, блядь, за спек? Я тестирую. Ой, блядь. А че силовой? Да, блядь, а что, я ебанутся нахуй в РПБ ебашить? У меня фрост нахуй силовой. Уже в крит бы захерячился бы и все. Было где? Сколько у тебя крита? 44. Давайте потом разберетесь. Подмолчите, плиз. Тут голова болит. Просто спокойно. Сегодня просим поплеем. Я уже сейчас прогружусь и поставлю рыбу и будем начинать. Так. Прогрузился. Ай, ё-моё. Вот. Так, ставлю рыбу. Жека, ты шумный. Я отключу пока. Жень! Купи себе рыбу. Бля, Коля, что с тобой? Нормально все? Да, я захожу, у меня побегаю минут две, и у меня игра встает и выкидывает меня. Точку доступа попробую поменять.
украинскую поставить. В школе нормально без себя, потому что никак. Ну кто колян? Вроде норм. Заходи, Женя, который шнурки, и будем начинать. Покушай рыбу и тоже будем начинать. Хорошо, если нужно будет сейф, пиши. Лифу, я за пятом скажу. Все, готовность на пол. Если все готовы. Напоминаю, первый отдается Суне, второй на второй, на вторые глыбы Вакачи, Сей, Жрать. И Ваня. Готовьтесь, бить будет. Вчера не било. Бежали, Коля. Беги, беги. СС, давай, эмобой Юй, блядь, бьет в кильте. Подвези сейчас. Это ж первый. Отлично. Припоты нажали под левую лапу. Так. Эмобой Юй, Будрейвен, если что, по авокате. Если последний не отдали, то давайте по лону. Там кого-нибудь назвал Джанг, по-моему. Выкидывай ПС-ку, Войд. Беги, малышка, беги! Играли все. Или целый бизнес. 2%. На первую ступеньку, выше не взлетаете. Не забегаете, точнее. Беги ближе, 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 ближе ко мне, бета-тестер. В меня прям. Молодец. Короче, щиток попал с фулуром за абсорбер. Прям на лифте. Я видел, у меня вообще ничего не отняло. Абсолютно ничего. Твой щиток за абсорбер 8 стаков. Освобожденки. Просто в ноль. Последняя харчок будет разбит. Ну алло, Полинор, вставай. Инер по Полинору Маша закинь. Ребахните его полностью. Инту, пристабах, вапа обязательно. Каска тоже обязательно. Здорово, мужик. Под лицо забежал. Лагает апокал? Я не забежал, Саня. Юня какого-то хуя подкинула, и что-то я умер там, а под лицо дыхание поймал. И фихло по ней как она. Да, тихо. Масса дай и БР по нему тогда. Саня, мне пиздец. Что тебе там? У меня без 37 стаков уже набит. Дурачки, блядь. Давай, разворачивай в рейд тогда. Заебали вы, блядь. Сказал же, подойдите все к меткам.
Пожалуйста, демоны здесь не шли. Я по приколу раньше говорил про демонов или что? Ну, я ничего не слышал про демонов. Пойдите. Там есть места босса потыкать? Ты сказал, на замену хочешь? Ну, я уже освободился. Я думаю, у меня дела будут. Ну, сейчас пока... Могу уступить. Нет. Пойду на атрибутную. Тебя лагает, а попал? Да нет, вроде бы. Значит, сиди пока. Ну, да. Тайно ждал, пока мы погибнем, да? Все, заслип. Бежали заново. Нормально. По идее, не должна начать первый раз. Это твой друг, Даня. Ты уверен в этом человеке? Если ты уверен, что это нормальный, и он останется, и как тогда можно приглашу, если нет, то тебе, в принципе, доверяю теперь, поэтому если ты в этом человеке уверен, тогда можно. Ну, блядь, это понятно? Блядь, зашел 4 кнопки, если он меня подкинул, в ебало дал. Ты убежал в сторону ебала. Когда я убежал, меня он притянул, и я умер моментально. Все. Кого же не убил? Да, да, там дыхание и притяжка была. Ну, тут в чем моя вина? Блять, всех притянуло, все убежали. Просто лицо подошел и умер. Как я мог подойти под лицо? А почему другие не подходят? Мое тело лежало в середине. Мое тело лежало в середине. Твое тело лежало ближе к ебалу. Да какое ближе к ебалу, блядь? Это бред, серьезно. Я Дикевич. Так вроде за первый раз же не снимаем. За первый трай. Сейчас возвращаем обратно. Да в чем прикол? Типа я вчера без сопрота был, минус 300 было. Он также под лицо зашел, умер, также минус 300. Тебе проблема? не с первого раза было минус 300. Это раз. Во-вторых, человек лагал, да, точно вначале. Почему? Он не лагал, говорит. Ну так если лагают, пусть идут на замену, вон сидят люди, в чем проблема? Типа ладно, если там кент, можно понять. 7 человек на сейчас замену. Сейчас каждая смерть будет отниматься. Собираешься каждый РТЛ прощать первый спалк или что? Так, а ты хочешь, Ваня? Хочу, чтобы ты минусовал нормально за каждый спалк, и люди, блядь, начинали делать что-то. Так не давай я тебе тоже вчера минусану за то, что тебя вчера не было, когда давай. Я тебя звал. Удохи все ИП. Ну, доводи минус, вы, значит, все ИП, которые вчера. Сколько там было? Тебе. До хера было. Блядь, скажи сколько, я ж не знаю. Бррр, давайте как-нибудь попроще что-нибудь сделать. Ну, так убьем, вот, блин, так въебывается, все, короче, убьем. Не въебывайся. Ты не нравится, потом разберешь. Не, ну твои слова были. Что первый трай сразу все минусы и ПМК косяешь. Все, вот и тему. 4 кнопки тему начал. Тему закройте, просто и все. Бог я не было вчера. Назад или припо... Блядь, поздно. Войд, закинь ПС. Я сейчас причастка будет. Скоро причастка будет приготовлена. 85%.
Человека в одну метку бежит, смотрите. Куда ты, Войд? Ну, ёбаный. Ладно. Лучше так. РДДшники, кто шарит Войда, подбейте. Смотрите, не сдохните. Не разбейте его. Между левой и центральной. Хватит с урон от глыб лутать. Разбили метки. Разбили. Правую. Левую лапу. Будет, если поездку не давал, закинь поездку в лес. Там когда еще? Окей. Может, не давал. Перчатка будет, бежали. Не забегайте высоко. По два человека. Молодцы. В одну метку, в одну. Подбеги, Воксар. Ага, хорошо. Ни хера себе вообще ничего не отнимает. Это твой щит, Саня? Да. Щит. Кстати, это щит фул урон от вот этой вот глыб абсорбит, который падает. А как что-то на меня его вешал? Вешал тогда потяжку урон? Да. Вот, я пугал из тебя. Не разбейте левое, смотрите аккуратно. Все разбивайте. Сейчас очень, кстати, хорошо подбили метки. Молодцы. Даю поиску. Давай. Блять, освободенку как раз кинулся. Не трать только зубы, Войд, окей? Только в самой необходимой ситуации. Все там прям никак без них. Скоро притяжка будет. Пару секунд. 4 секунды. РДДшники после того, как она спустится вниз, не сбегайте, под левую лапу в квадрате оставайте. Высоко не поднимайте. По два человека. Молодцы. Глыбу не вижу где. По центру прям. Прячьтесь. Марш аккуратно. Если СС откатились по двум танкам, залейте, так заливали. И на Маша. На друида зашел, если нужен, буду говорить. Тихо, хорошо. Разбили глыбы, и РДДшники в квадрате остаемся. процентов база. Первую метку в трусы. Милики в РДД зону. 3% база. Последний процент. Все, приготовились метку. Еще бейте. Пока. Бета-тестер в трусы. Все остальные спрятали в РДД. Быстрее, сейчас заморозишь, мистер Бон. Хорошо. Разбили. Можете сразу разбивать. Следующие тоже трусы.
кальционы в трусы. Зажмешься, Саня. Я рассчитывал на себя. А кто там? Сиксфрик. Минус получу. Все, подбейте 20%. Не разбейте только. Второго тоже, вторую тоже. Отбежали оттуда все. Разбивайте Маша в ромбик. Геру дали, играем по Синдре. Мелики, да, идите разбивайте. Следующие трусы. В следующую по трусам Войд закинешь зубы. Апокал. Все отбежали от трусов. Сразу Апокал разбивайте. Полинор, кстати, есть дальше следующая в ром. Не, нету. Тики. Машка, дай БРП по Полинору. На следующую нажмете масса крови трусы, которые разбили милики. Инор по Полинору. Будревен в трусы и масса кру. Можно айсбаунд. У него еще нажать. И эту до 20% метку. Не разбиваем ее. Милики отбежали. Следующая ромб. Разбили Полинор или кто там. Да, Полинор в ромб. На следующие в трусы в Акате нажмешь масса кру. Я сейчас отдал, пока не танчу. А, значит Сасуна отдаст. Значит Сасуна на следующие трусы. Масса кра. FDK в трусы, милики свалили оттуда. Отбили его. Сколько там процентов? 11, играем. Вамур ром. Я забрал. Разбили. Следующая в трусы. Если есть зубы, Войд закинь. Следующую не разбиваем. Сацуна побежал в трусы. Сейф ему любой зубы можно отдать. Я считал. Эту не разбиваем. Это под зубами. 20%. Отбежали. Милики отбежали. Все. Следующий ром. Разбиваем и добиваем себе. Разбили X-Freak в ром. Все, добили босс. Следующий метод просто куда-нибудь что? В стороны выносить. Женек. Это ты со Суной под зубами был, блядь. Осколок есть. Осколок. Разбейте метку, пожалуйста, я отпрыгнул. Ты чё, Полинар умер? Стаки, скорее всего. Отнимай. Умер его спина. Не знаю, что там вчера Пахлаван так жаловался на урон, но не так уж сильно. Или сегодня так не шибло просто. Ваня, начисли, пожалуйста, 250. Да и сапоту не надевал. Ну, извини, что я накричал на тебя. Маша, у тебя есть кольцо это? Что там на лича попасть? Сейчас разберем. Разберем, что там на тебя попадет. Ваня, начисли, пожалуйста, 250, и сорян, что накричал. Тебя. Как-то так. 250. Ну, мейн. За это да, на мейн пока что. За того, кто тебя пока что подожди, тихо. 250 на мейн, раз, два. Все, на мейн живите, никому не нужно. 125 на лоб, погнали. 125, раз. Дальше уже плюс 50, то есть 175. Гламур. 200, давай. Сейчас разъепешим, посмотрим, кому какие шмотки нужны. 200, раз, два. 250 Полинор, это нов, если что. 250. Бета-тестер. Раз. Ну давайте, Полинор или бета-тестер кто-то переставляет. Ну все, тогда Полинор 250 раз. Полинор 252. Хорошо, давай потом
с этим поговорим с тобой на эту тему. Мне кажется, сегодня настроение какое-то немножко хорошее. Давай тоже на мейн 250. Раз, два, три. На мейн никому не надо, но лог за 125. 125 раз. 125 два. Что, на ноут тоже никому не надо? 125. Маша, раз. Два. Три. Кидай обмен. Мама, я вот это смотрю. Давно говорить. Переплюсуйте, кому лич нужен. Мне не нужен. Пять молибоса. Память молибоса, точнее, сейчас. Да, есть. Не, а, давайте, на оф же. На мейн 250 раз, два, три, никому не надо. На оф 125 войт раз, два, кидай мне. Так, а теперь из тех, кто здесь присутствует, кому не нужен лич? Триоретриком дворям нахилил? Ну ты же красный, желтый джагрик дал. Давай Марсес, дядя Стэн вместо Марсеза тогда. Кто там еще писал не нужен? Апокалу не нужен, вместо Апокала Кусяо. Так, Враска нужен. Враска будет нужен, да. Вадим, не нужен же босс, да? Мейлик или нужен? Давай назовем. Враска. И Джипси, какая техмотка нужна? Черенас. Выпала Черенаска. Женя, Скибиди. Тута? Ему вроде тоже Черенаска нужна была. Давайте пока в паски. Подожди, Женя Скибиди, может, не здесь. Включите, Женя, микрофон, пожалуйста. Жень, Скибиди. Мне не нужна была Теренаска, как бы я сижу, я просто сижу. А, тебе не нужно? Нет, Саша. Пашка, Буревестник, тоже заходи, если нужно. Я тебе благодарен, спасибо, что позвал, но... Не, так я стараюсь, кстати, не забыть никому. Да к чего она тоже смотрит, там можешь мотки какие-то нужны. Надо. Я вот думаю, может быть, поставить РТ новый этот, собрать 25-ку. Тюрьму. Идти ходить мы хотели. Хорошо, ладно. Так, Джипси, что там? Джипси проиграл, у него нету больше. А, значит, тогда пойдем так. Так, давайте за СПД-шными фласками определенно обмен. За ДД-шными фитми. И Сацуна пусть берет. Можно Су, пожалуйста? Да, да, да. Ставьте в карту. Обязательно ДД тратить гильды? Ну что, под саппортом нельзя побить? Похуй. Так, ну, не пил просто 2 часа да саппорта за выбирал, что. Ну, не перепивай. Короче, кто, скажем так, красавчик, то может не перепивать просто. А что, ДК и так ДПС хватает? Я бы лучше под саппортом устал. Можно под саппортом, можно под ДД. Можно и Синдру, в принципе, под саппортом уже бить потихоньку. Под ДД, точнее. Да я уже раздал, можешь раздавать. Так я не брал. А. Короче, кто выпьет, тот выпьет. Можно выпить, можно не выпить. А. И я на стороне. Конечно. Рыбу починили, кстати, нет? Ну, сейчас нормально нажимается. Так. Так, ДПС лагун. Ну, знаете, можешь вот все так. ДПС много не бывает. Реально. Так. Это на лапку он мне забыл купить. Стоп фуд, please.
Че не башка, может быть. Короче, ребят. Блэкшар, по-моему, здесь только из нас их не было. Смотри, Лер. Бегаешь за всеми РДДшниками, я на себя квадрат поставлю. На первой фазе. Также на тебя может повеситься проклятие. Если сказали твой ник, ты должна будешь подбежать максимально быстро ко второму танку. У тебя есть блинк, просто блинканула туда и все. И сказали отбежать, отбежала. Сацуна будет на дисплее. Дальше на второй, дальше будет перифаза. Ты должна будешь стоять тоже со всеми, бить по копье. Не подходишь под лицо к духу. Потом начинается вторая фаза. Во второй фазе нужно будет стоять под боссом. Под боссом. Когда сказали разбежаться, ты разбежалась. Вот, на этот край. Сюда подбежала. Теперь подойди сюда. Вон, кто там прыгал. Ой, подойди сюда. Подойди сюда. Мне. Вот смотри, допустим, на меня повесилось осквернение, на Войда не повесилось. Будет вешаться на одного человека осквернение. Этот человек должен будет выбежать. Ты выбегаешь из круга. А Войд, беги внутрь. Беги внутрь. Вот, мы так просто разбегаемся. То есть... Твоя задача не бежать, не бежать, не бежать, да. Я купил, спасибо. Не бежать. Да, блядь. Дживс был. Тихо. Короче, вот еще раз. На меня повесилось осквернение. Видишь? Я убегаю в эту сторону, вот в другую. Разбегаюсь. Теперь, допустим, на тебя повесилось осквернение. Твоя задача будет выбежать, во-первых. Тут будет еще лететь валькирии, и ты не в валькирии выносишь, а выносишь в другое место. Ни в коем случае там, где люди есть. То есть твоя задача вынести там, где нет людей, и стараться к обрыву. И также твоя задача максимально быстро из него выбегать. Либо отдать блинк с него. Еще лучше будет даже. Теперь моделируем ситуацию. На тебя не повесилось осквернение, а рядом человек стоит, на кого повесилось. Человек убегает в сторону, ты убегаешь в круг внутрь. Понятно? Угу. Это на второй фазе. Далее. Начинается третья фаза. Просто запомни, что ты должна всегда стоять под спиной лича, за плечом лича. Далее, тебя может закинуть в комнату, поэтому достань антимагию, в комнате будет дух. Твоя задача убить духа, и он будет кастовать каст, твоя задача будет бить этот каст и убить его. Это что касается комнаты. Дальше, на третьей фазе тоже будет вешаться осквернение. Как мы его выносим? Мы разбегаемся в разные стороны, вот разбегаемся в разные стороны. На кого не вешается осквернение, просто бежит дальше вперед, смотрит аккуратно. На человека, которого вешается сквернение. А человек, на которого повесится сквернение, просто убегает куда-нибудь в сторону, либо назад, и разносит эту лужу. То есть ни в коем случае не бежишь к человеку со сквернением. Это все, весь босс, он очень простой. Просто нужно побить его один раз, понять как. Все? Бля, ладно, я спрос выпил, не буду уже ДДшить. Пить кушать рыбку. Это если ничего. Или нельзя? Можно. Розовые дайте бабы. А второй танк он будет где стоять? Вот здесь? Где портал локовский, примерно. Да. Все, запустил лича? Еще баф не дали. Бля, дайте повару каску и кулак. Сколько уже подшу. И по ханту да, тоже. Да дадут, вы что переживаете? Тихо. Ой. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Ты нервный. Чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Ну, кулака нет все еще. Скажите, пожалуйста. Ваня. Ваня кулачки положишь. А там все не ап. Значит, вар покричит, какого-то вара был апнутый этот крик. Я вам 2 единицы апнутый. Вар черно. Сацуны, поставь на дело сауру. Все равно перебьется. Тогда припоты приготовили через... Через 3 секунды. Нажали припоты. Ой, закинь плэш. 4, 3, 2, берегитесь. Скоро будет. Вехнется уже. Дядя Стэн выбежал. Дядя Стэн! Женёк! В FDK.
не повесили. Ну ладно. Ладно, блядь, скорее. Если кто выносить к танку, не в ту сторону, конечно. Чем 9 секунд с чума. Две секунды приготовились чуму выносить. К большому, если что, мобу выносит. FGK. Вот так, как FGK сейчас выносит. Девять процентов фаза. В третьей фазе под жнец душ. Под жатву, точнее. Сейв будем нажимать. Масс сейв, чтобы человека не убил. Женек выбежал. Кусяло. Не-не-не, не бежать, там тебе возражение было. Все, приготовились перебегать влево, побежали все на край. Смотрите, не упадите вниз. Раска играет по... Сверка. Маста Иннер по Линору залей, Гусяло по Войду. Последний дух и будет перефаза. На сферке, напоминаю, не бежим, если что. Когда фаза начинается, вторая. И под лицо духу не забегаем милики. Раска еще одна сфера идет. Смотрите, когда милики бежать будете, на сферу не бегите. Забежали все. Под лицо не бежим к духу. Добили духа. Подводи духа к этому, к боссу. Только аккуратно. Под спину все подошли. И сколько там первое осквернение у меня не показывает. По валькам играем. 4, 3, 2, РДДшники 1, разбежались уже на круг. Нилики тоже. Приготовились, осквернение скоро будет. Кусяло побежал. Выбежали, молодцы. Смотрите, кто в вальках идет, тоже что-то убегает сразу. Добили вальки, потом сурово под спину сразу. Водили ча за вальками. 4. Да, кстати, тоже можно. Берегитесь. Скоро вальки. После валик разбежимся. Разбежались РДшники. Мелики тоже. Луксар. Блинкуйся. Молодец. Все, добили. Валик. Смотрите, валька одна идет прям в лужу. Ее разобьем под кентом самым. Или до нее можете. Отбегите все от этой вальки сразу же. И человек, который в петельке, сразу старайся убегать влево или вправо. Разбивайте его, ладно. Красавчик. Меня разбить? Разбежались по кругу. Приготовить осквернение скоро. После заражения сразу. 4 кнопки. Отбежали от него все. Быстрее. Молодцы. То есть показалось, бес увеличил. Скоро будут вальки. Играли по вальку. Сквернение 5. Только не по 2. РДшники, да, разбежать. Юй, отбежали с центра, там на коле. Аккуратно. Там, забери босса. Под жопу все к плечу. 10% фаза. Еще одни вальки, потом куда-нибудь к краю повезем.
спину станцию еще. Сейчас подожди, начали. И иннеры, да, те кто-то? Оскорнение. Угу. Разбежались оскорнения? Будет. Женька от него убежали. Цупха. А кого погадали? Сидите еще на какой-нибудь крае. Рамбо, кого, блядь? Стан дайте. Печеньки. Печенька сразу готовься убегать. 3, 2, хорошо. Веди к краю какому-нибудь. Смотрите, скоро будет осквернение последнее. Убегите немножко от Лича, найдите Ренджу. Только далеко не разбегайтесь, все, не убегайте далеко. Гудрейвен. От него убежали. Хорошо. Лича бейте, Валик забейте. Все, зашли все под краю, подошли быстрее. Смасейф отдайте какой-нибудь. Забежали, забежали. Ладно, Лаксар пока не будем бэйвить. На третьей фазе ее бэйвим. Лера, всегда я помогу по сферкам играть. Играйте все, я по сферкам помогу. Какой там дух, Вань? Второй. Тут 4, по-моему, на второй фазе. Ну, на второй перифазе. Последний, да? Я нет, просто последний. Не знаю. Последний. Пусяло дальше. Пусяло дальше. Забегайте на сферу, только не бегите. Лицо к духу тоже. Скоро будет жнец. Ну, по наеме кастуется, на сейф нажми, айсбаунд. Я щит ей даю. Добейте духа. Угу. Перебежали все. На другую сторону, за спину сразу же. Кусяло дайбер по Лаксар, локать. Перебежали все. Лаксар, вставай, за нами беги. Локать и убежай, убегай. Еру дали? Юи прохилься. Скоро будет осквернение. Скоро будет осквернение. Набрали ранжу немножко. Приготовились выносить его, если что. Дядя Стэн вынес. К нему не бегите, убегай, убегай. Будем. Все, хорошо. За спину кричу. Скоро жатва душ будет, приготовьтесь сейф отдать. Нажми, Саня, массакру. Уже. И сейф какой-нибудь. Прохиливать приготовились. Лаксар, Лера. Да, осквернение приготовились. Лера, духа убить нужно и сбить каст обязательно. Дядя Стэн снова, бежали от него. Выбежали быстрее. Вот там, молодцы. За спину, 12% у босса. Зубы войт, если что есть, на вакате закинешь, он половит дух. Закинь уже. Сквернение приготовить. Набрали ренжу, 8% у босса. Все, держим рендж. После духов сразу же осквернение на кого-то кинет. Ону. Бежали от нее. Перебежали через лужу, не бежим. 5%. Все, добили босс. И то вернулись. Жатва душ, какой-нибудь массейф нажмите. Вакачик прохилите. 2%. Меня захилите. 1%, добивайте босса. Даже передумал тебя выпускать. Молодцы. С первого драйва. А помню, что он разлил прям подвалик хуйню.
Ну да, это справедливо. Тем более, я тоже кучу раз проходил. Так. Ну что, Глора? В принципе, а за что это? Где там была плава Глора? Ставьте мне, пожалуйста, на грудь. За то, что ажиотаж был на убийстве Рамба и печеньки. А надо было жестко контролить до осквернения. То есть ты осквернение вылил перед вами. Да вряд ли, кстати, Глора будет. Естественно, Глора не будет. Это какой-нибудь танковский молоток, две штуки прям. Я прям чувствую. Да. На том, когда убили два танковских этих, упала вообще бесполезность формы. Почему бесполезность-то ты дает? Ну, два танковских, когда там вообще не было кому отдать даже их на диск чисто, на офис. Открываем? Всё, бля, нормально, Петя. Лучше ропли. Спрашивают, ребят. Ну да, ну да. Забирай лутера, сам распределяй. Ну, почти два. Вань, начисли, так как с первого отрасли.